Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас опять Китайка. Посмотрим, что у нас тут за изменения были. Заберем плюшки. Нормально, 50 топовых книг. Ну, поприятнее плюшки, чем у нас на русском сервере. Вот смотрите, карту дают вот такую вот. Одну. 10 камней. Тут смены дают еще одну карту за 2000. В принципе, вторая херня. Вот тут дают по 15 питомцев за 3,5, и за 35 дают в гневе третью карту, тоже в принципе неплохо. Так, это в принципе бонусы за покупку каждый день. Здесь тоже офигенные плюшки дают, в принципе, за минимальные пакеты. Так, у нас сегодня тут акция вот такая вот, наша любимая. Мы в нее сейчас будем играть, сделаем как обычно под конем. И начнем. Так. Так, отлично. Что у нас сегодня дают? Какие-то пятые сеты, пятые плюшки. Ну, как обычно, это одна из топовых акций. Вот такое вот начало. Так, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем. Так, скорее всего, будем созвездие ловить. Сейчас мы посмотрим. Не созвездие, да, будем и созвездие ловить, и искать. Так, 5 с 5. Ну, пока оно никому не надо с моих. Искать топовые чары для наших прокачанных героев. Так, поехали дальше. 4, 5 тоже не надо. 4, 5. Можно, в принципе, было бы поставить на Бигфута. Ладно, поехали дальше. Хранитель леса. Не надо. Так, ладно, будем за самики открывать. Можно было это все показать. Ай-яй-яй-яй. Ладно, все равно будем открывать. Думаю, сейчас что-то словим на урон. Так, все, есть. Первые плюшки. Потратили. Теперь нам надо будет купить. Под конем. Так, есть, поехали дальше. Забираем 20 книг, коробка 3К кулаков и ЛТшка 20 штук. Отлично. Поехали дальше. Будем искать сейчас на Бигфута интересные чары. Хотя, в принципе, ослепление было, но, ну, как бы, кулдаун большой, поэтому я не особо хотел эти чары. Так, что у нас тут? Так, поехали. Сюда, конечно, лучше всего, не лучше всего, идеально, это доспех. Но чары, что здесь, что на других, очень хреново падают. Так, не смотрел, сколько мы там уже нафиячили. Так, уже есть 5, окей. Поехали, забираем. Так, 30 камней, еще 2 сундучка. О, Риббита сюда пою, чё не огнекрыло. Так, есть. Поехали дальше. Посмотрим, какой. Так, опять не то. Ну, давай.
Рандомчик. Надо что-то интересное. Пятерки очень плохо щар падают. Даже с коробок там очень редко пятерку можно вытащить. Так, ну опять ослепление. Ну, давайте пока поменяем. Вернули обратное ослепление. Доспех. Опять ослепление. Так, что у нас тут? Рая собрана. Так, Афина. Передача, ворожей. Так. Некрос очищение, доспех. Давайте на некроса поставим. Ослеплялка пусть будет. Может, нам поможет где-то. Но это опять же не точно. Поехали дальше. Так, смотрим. Есть 10 тысяч уже. Поехали делать следующий ход конем. Так, отлично. Забираем. Утекание дают. Ну, утекание. Вот, и уже дают осколки огнекрыла. Отлично. Можно получить от 1 до 30. Второй этот, руны 50. Оленей, ну их, он у меня уже, Рудольф, прокачанный. Ну ничего не сделаешь, поехали дальше, 18 тысяч. Так, 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 так. Надо, конечно, больше героев. Тогда есть смысл чары ролить. Хотя бы агментировать больше. Так, ну что-то сегодня день ослепления, походу. Опять 5-5. Тамплиер. 4-5. Передача. Ну, это все неинтересно. 4-5. 16 и 11 отражалки, да? А тут двадцатку дают, тут уже есть. На Афине тоже, в принципе, неплохо. Можно на Некроса, в принципе, поставить. Будет все равно получше, чем чары с кулдауном. Так, поехали дальше. 3-5, 2-5. Блин, где доспех? Не падает, не хочет он падать. Это жесть какая-то. Очищающий. Ну кому его ставить? Некому его ставить. Минотавр собран, тыква. Фрей, смысла нету, она на урон собрана. Так, что у нас там по плюшкам? 15. Давайте чары ставим пока. Доролим Бигфуту созвездие. Так, он у нас собран на крит. Будем все перероливать. Крит сопротивление. Так, оставляем уклонение. Так, уклонение еще одно. Отлично. Вот что-что, а вот созвездия здесь неплохо падают. Так, четверочка не надо. Так. Вот еще одно уклонение. Вот смотрите, как сыпет уклонение неплохо. Так, надо крит еще словить.
Так, что тут у нас? Все готово, поехали. Забираем. И что мы имеем? Исцеление и гнев. И третья карта. Еще одна сумка. Плюс руны. Ну, вообще отлично. 35 тысяч. Так, поехали дальше. Да, неплохие, неплохие плюшки сегодня на китайке. Так, идем дальше собирать нашего Бигфута. Так, крит сопротивления не надо пока. Так, есть крит. Ну ладно, крит мы будем потом ловить в последнюю очередь урон. Так, ну давай, рандомчик. Двоечки. Четверки. Точность. Хочу еще одно уклонение. Только не четвертое. Так, вот есть пятерочка. Четверка, жизнь. Нет. Меняем дальше. Так, точность. Две точности даже есть. Ладно, меняем дальше. Я верю, что нам что-то упадет хорошее, но это не точно. Так, еще одно уклонение. Ну, все. Поехали. Так, точность. Жизнь. Ну, жизнь нафиг не нужна. Так, не то, не то, не то. Как слить 30 косамов? Никуда. Так, еще одно уклонение четвертое. Ну, не хочу я уклонений, так хватает. Вот сейчас чувствую, мы потрешуем. Еще одно уклонение. Крит. Отлично. Так. Так. Что там у нас? 29 осталось. 20 тычек сделать. Ну, давайте еще чары паролим. Может, что-то интересное упадет. Так, раз, два, три, пять. Ну давай, шесть. Жесть, просто чары ни хрена не падает. Не буду я больше чары ролить. Ой. Смысла нету. Пока не сделаю прокачку основным героям всем. Так, отлично. Забрали. Ну, все, в принципе, все плюшки мы забрали. Смотрим, что мы получили. Так, 10 слизнячков, 20 книг, 10 таких, 3 колоков, осколки. Сундуки, камни, сумочки с огнекрылом, талантик утекания, исцеление, гнев, куча рун, сундук. Я считаю, неплохие плюшки. Потеряли мы где-то порядка 40к получается. Но я не считаю тех, которые мы задонили. Так, поехали. В алтарь.
Так, это можно пока не открывать. Талантики у нас убавились. Так, 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 так. Ну, карты. Давайте начнем с карты. Мне отсюда, в принципе, нужен повелитель бури. Ну, можно и Бигфута еще одного. Тык. Упала Афина. Афина у нас хватает. Ну, в принципе, тоже неплохо. Открываем эти сундучки. Так, отлично. Руны на прокачку. Еще 10 рун. Так, бог войны, гнев, тоже неплохо. Так, карты у нас остались. Поехали дальше. Так, сумочка Рибета. 20 штук. Неплохо. Так, вот это самое интересное. Огнекрыл. Две штучки. 22, нифига себе. Огонь просто. Ну а тут, блин, от 10 до 100... Конечно, 100 было бы очень эпично, но мне на основе только соточка упала. 15. Ну, и так неплохо. Что мы имеем на сегодня? Так. Тут по акциям. Огнекрыла нигде больше не дают. Не, не дают. Что у нас по огнекрылу? Преи. Анубисы. Вольт. Тут уже тоже смотрю, осколков нормально. 46. Ну, думаю, в лабиринте уже дофармим. Параллельно и второго здесь прокачаем. Все, в принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно участвуйте в конкурсах. Ссылочки на конкурсы будут под видосом. Всем удачи, всем пока.